Здорово, ну что, играем дальше. Теперь мы нуар. Нуаровский. А потом еще будущее, а потом еще этот. А потом они заново все четверо повторятся. И будет один, единственный, первый. Так, давай, стирать. Надеюсь, сейчас не будет этой корявой анимации, такой прям настолько вообще прям. Мне еще не было ни одной стадии, чтобы я ее не переигрывал. То есть в каждой стадии мне приходится переигрывать, чтобы все там собрать. За раз почему-то не выходит. And not just kill. Hungry. What's the matter, Tombs? No humans around for dinner? You can't escape me, coward. Нихуя, вот это я, блять, открытие. В нуар Спайдермене Тумс, он жрет людей. И не только людей. И он убил дядюшку Питера и не просто убил, а судя по всему сожрал его. Так, пока что не вижу ни секретных этих, вообще ни хера. Ты посмотри, какой мразь. Okay, Mr. Moisey, you'll get yours. Так, а давай посмотрим, что у нас тут можно пооткрывать. Вайпы, да? Задания тут у нас какие? 5 убийств, не касаясь поверхности первой области. Так, я хочу перезапустить стадию. Давай перезапустим. Перезапустим стадию, потому что я все-таки хочу сделать. А нихуя не выйдет, да? Подожди. Это с контрольной точки, ладно, сейчас выйдем. Выйдем сейчас. И начнем заново. Не касаясь земли, сделаем 5 убийств. Не касаясь земли, вообще не касаясь. Заебали мусор выкидывать из окна. Ну что за люди вообще? Отвратительное вино. Миро Ди Троя.
Так, он сожрал дядюшку, понятно. Вот это вот у нас второй. Поебалу получи. Так. Теперь делать сибаса. Где у нас? Третий. Окей. У нас четвертый, блять, ебаный мразь. Так, сейчас сделаем пятого. Пятый. Сука. Как мне туда? Все-таки он засек меня. Мразь. Но я сделал дело, блин. Всем и без подряд. Окей. Сейчас распечаталось. Тихо сними 5 охранников из стены, стой на поверхности. По всем. Победить поезд, блядь. Пойти участок 2D ползком за 45 секунд, а не меньше. Первый бой с грифоном. Так. У стены. Может, типа... Может, так имеется в виду? Ну-ка. Да. Нет. А как понять, вы так? Раскачайтесь 5 раз подряд, не коснусь поверхности, не дав себя обнаружить. Тихо сними 5 охранников у стены, стоя на поверхности. То есть, может быть, какая-то будет стена? Так, пока я раскачиваться не могу, понятно. Окей, хорошо. Там
еще прожектор какой-то ходит. Блять. Да ебаный в рот! Да убивай нахуй, я не... Камера вот эта... Через жопу вывернутая. Пиздец, как бесит. А! Убивай, блядь. Наверное, быстрее так будет заново. Чем ждать, когда он застрелит. Да, блядь, ты господи! Да хватит, блядь, на них. Да. Серьезно? Да, блядь! Надо понять, как тут действовать. Верхних тоже не вариант убирать. То есть придется реально как-то по-тихому продвигаться. Так, вот они все расходятся. Так, первый. И вот второй. Сюда обратно. Ищите прожекторы, блять. Вот вам обратно свет. Блин, надо просто понять, как чё. Настолько медленные, блять, они, сука. Прям не могу. Да куда ты, блять? Ой, ты дебила, куска нахуй, ладно. Пробуем. Окей, норм. Сейчас того уберем. Yes.
Didn't see that coming, did you? Есть 7 подряд выполнен. Что тут у нас еще? Поразить 5 врагов мощными атаками. Заставь грифа случайно уронить один из его коктейль молотов в последнем бою. Господи. Не могу здесь использовать паутину. Начинает локация раскачиваться мне. Hey guys, don't suppose I can get a glass of milk. Sorry. But I got something here that'll get you good and hair. Это русский? Oh boy, big fella, huh? Так, что мне там надо было с избиениями? Поразить 5 врагов мощными атаками. Появить поезд. Come get me. Так, это не мощная атака. You're out of here. Так, мощные атаки. Странно. Мощными атаками. Это очень странно. Типа... Подожди.
А, это вот этот мне надо пройти. Ладно, 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 хорошо. Да, блядь! Сука! А чё у меня? Не-не-не-не-не-не. Давай, пошли. Ага, тут Need for Speed, блядь. Семь, блять, пять. Я не успел. Ну-ка, заново давай. Сейчас мне его убивать. Как ты сможешь за 45 секунд пробежать? Если бы на анимации время тратится, просто бежать. Никого не стрелять. Ну, не убивай, в смысле. Давай, чувак, там, убирайся нахуй. Секунд It's nighttime. Same principle. It doesn't sound as good, though. A film full of nighttime? Exactly. See, this is why we're just ghouls. Because we have stupid discussions like this. Reinforcements, huh? Take down every thug in this town if I have to. Time for some razzle-dazzle. Так, давай разберемся, как делать нам сильные удары. Спасите гражданских... Три гражданских. Так, выполните 30 убийств. Ну-ка заново этот участок. Так,
Так, а как мне его использовать? Блять, сейчас пока не пойму, что за мощный удар. Может, типа... Что за мощные удары, блядь? Поразите врагов мощными ударами. Я не могу понять, что за мощные удары, блядь. Господи. Надо, блядь, мощные удары. Что за мощные удары, блядь? Атака паука. Поклонение, удар в руке, блядь. Мощный веб-удар. Вот это что ли? Невероятно мощная атака. Мощная атака. Или вот этой. He's afraid of me. Да. Вот она. Hey, get that here. И всего-то стоило мне. Ах вы, вот эти вот. А как я хочу... Ой, не то. А, как нам чувака воздух подкинуть, и потом...
Так. Так. Это, ага. 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 Так. Скорас. Ага, то есть надо воздух подкинуть, а потом просто стоять на ББ хуяч, да? Понятно. Чем с тобой связано? 8 пауков так нашел. Так. Это последний бой. Харксини так не понял, раскачаться тоже. Первый бой с Грифоном. Да, блядь. Камера нахуй. На, паутина ему вообще похую, блядь. Да ёбаный ты вот. Значит, тихие броски. Подожди, где это? Водить поезд. А, серьезно? Я могу здесь раскачаться, здесь нет трёги и выполнить.
Buddy, you're strictly sectioned. Так, что там за улучшение у нас? О, еще одни крызя. Костюм. Абсолютный костюм 2. То есть это еще один костюм я пооткрывал. Они мне нахуй нужны. Так. Быстрый удар нуар. Да, блять, проектор. Сука, вот эта камера, вот это пиздец какой-то, вот то, что происходит, это просто хрень какая-то. Вот чё вот это, блять, я понять не могу. Я не делаю столько движений, сколько происходит на экране. Мне тебя проще кулаками завалить. Куда ты, блядь? Ну вот же на него же ты нацелился, долбоящер тупорылый. Да, зачем ты там на потолок, блядь, лезешь? Господи, понять не могу. Ебать тебе в рот, нахуй, придурок ты ебаный. Куда, чё, зачем? Камера сосущая, блядь. За... Блядь, вот это вот раскачка непонятна. То ты нажимаешь, и он выполняет раскачку, то он, блядь, зачем-то летит. Вы предугадаешь. Игра неплохая, но, блядь, гейм без дизайнера вообще. Сука, сосал, наверное, там, блядь, пока игру все делал. Победить поезд сейчас очень. Ачивка, блядь. Задание. Победить поезд. Чё, блядь, камера? Найти еще этих пауков, блядь, секрет. Вот так-то денег сильно. Так.
Вот один есть. Итого уже три, да? Да, вот это вот искать, это пиздец. Да и мы уже не там, почему, блядь, 10-то трясется все? Вот хер пойми, сейчас нажал, чтобы он дальше полетел. Он не летел, мне пришлось вот так вот сейчас жамкать на кнопку, чтобы он пустил вперед свою паутину, блядь, и долетел. Так, теперь мне, знаете, что мне теперь еще непонятно? Что тут открылось? В баре и выберись оттуда за 2 минуты. А. Странно. Собираюсь этим на паука. И вот тихо сними 5 охранников у стены, стоя на поверхности. На стене, я уже пробовал быть на стене и пытаясь их убрать, это не зафиксировалось. Стоя на поверхности. Мне это нравится, стоя на поверхности. Стены стоит, блять, на поверхности. А, вот иди нахуй. Здрасте. У стены стоит на поверхности. У стены, блять, стоит на поверхности. На поверхности стены. Поверхность. I can't die like this. With great power. Mm-hmm. I'm cold. Пиздеть там, блядь.
как-то. Вот это и здрасте. У тебя нет, да, никаких подозрений, что кого-то, бля, не хватает. Че орешь-то, блядь? Все, пиздуй нахуй тебе. Уебывай. Так, эти друг на друга идут, да? Заткнись, нахуй, дух. Да, блядь, вот как? Я хочу на стену, а он... блядь. Лох ебаный, блядь. Вот опять, да? А, нет, слава богу. Вот как вот мне вот взять и вот просто вот туда... Прямо вот я туда хочу, а там нет значка. Ну, блядь, иди нахуй. Спайдермен, блядь. Не Спайдермен, это хуйня, блядь. По сути, существу своему. Так не паникуй, типа. Сейчас, блядь, заткнись, подожди. What am I doing here? Да действительно, что ты здесь делаешь? Сама, да, не понимаешь? Ты чё это, блядь, забыла на крыше? Что-то запалил, да? Ух ты, лох чилийский. Аж
следующем месте уже бы любой, наверное, заложника застрелил. Дайте, разрабы не знали, что можно, блядь, сразу и целиться, и как-то и лететь на паутине. Блять, на бараку похож. Не балуемся. Так. Молот. Блин, паука. Ищем здание. О, ты чё творяешь-то? Погоди, постой. Там вон еще один значок, есть эмблема. Так, а пауков 10 их нету? Бля, здрасте. Нихуя ты. Бля. Да куда ты, не к ним лети, ящики бери. Да куда ты, блять, вот заебал ты нахуй, серьезно. Так, горящее здание. Был привет из ада, блядь. Он сказал, добро пожаловать в ад.
my God, there are other people in here. You maniac! What have you done? Gotta save me. What you have done? You're a maniac. Время тикать и быстрее. Так. Не все выше, да? Куда? Куда, блядь? Серьезно? Да ты заебал. Делаю, иди ты нахуй. Так, все, теперь я могу выше, да, пойти? А, это в общем башня рушится, да? Здорово. А чё у него? На, нахуй. Что там сейчас было? Аж не городка. Блять, господи, надо загрузиться. Блять. Его да, просто по пизде игра пошла. Вот они упали, тот побежал. То есть я даже ничего не загружал. Просто игру вышел, зашел и, блин, вернулся. Сразу к этому месту. Spider-Man's just a
Spider-Man's just a myth. Дали. Хорошо. Это надо будет уже переигрывать, потому что за 2 минуты в баре, хотя хер его знает. Может, это еще и будет впереди. Посетить гражданских на крышах в течение 5 минут. А на поверхность у стены стой на поверхность, не понимая, блядь. If we continue on this path, we may just win yet. When you're locked up somewhere dark as cold and bars. На какой стены? На какой поверхности? Чё вот это сейчас было? Я направил, блядь, выбрал, нажал. Ты хуйню ещё выполнил. Стой, блядь, на поверхности. Какую-то, блядь, написали. Нихуя, как он ебанул, блин. А где субтитры, блядь? Мудак. О, ёбаный в рот. Иди нахуй, мразь.
освобождайся, давай, ну. Иди нахуй. Нахер, блядь. Так, заставить его уронить, да? Так, это я помню. Нет, а как его заставить? Вот здесь одна. Куда там прыгаешь? Так, а здесь нет никого? Ничего. Так, я, наверное, опять, да, где-то что-то упустил. Ну, конечно. Блять, а как вот обычно? Одного паука. Так, молотов, это чё? Так, спасти всех гражданских. Вот это тихо сними, блять. Так, не понял, нихера. Так, две минуты. Окей. Remember, Spider-Man. Vulture hates being in the light. Here's web in your eye. Stay back! Score one more spider. Да блин, господи. Что, блядь, за битва такая? Да ты заебал, что это за танцы, блядь? Take a nap, Sam.
Че у тебя жизни, блять, так вообще? Да ты чё такой? Странно вообще-то. И чё этот, вот один удар я ему нихуя не отнимаю. Мне кажется, игра ломается как-то в своё время. Ломались охотники за привидениями. Когда баланс внезапно у игры просто ломался. И враги даже на легкой, на средней сложности наносили какой-то дамаг. Невероятный просто. Говна не хочешь сосать? Мягкий сосуд, она. It's over for you. Filthy vermin. Osborne's next. Так, ну мы прошли с горем пополам. Не выполнили только два условия, да? Нет, три. Три условия, да? Ну, статуэтки, блядь, здорово. Дальше у нас получается Скорпион в будущем, да? А потом Дэдпул. Не знаю, какого хуя его сюда занесло, но есть Дэдпул. Так. Ну, на этом все. Одна стадия за раз. Все как положено. Я сейчас попробую перепройти, чтобы собрать одного паука. Пятерых завалить и за в баре за время, за 2 минуты я должен всех загасить. Ну что ж, пожелаю мне удачи. Давай.